здесь одно удовольствие. Еще буквально год назад в этом месте вот так запросто пройтись на каблуках никак не получилось бы. Вот тут стоял забор, за которым находилась свалка мусора и старых деревьев. Про сквер вовремя вспомнили и облагородили. Уложили 2500 квадратных метров брусчатки, посеяли примерно столько же газона, посадили липы, установили 16 лавочек и мусорные урны. Дети бегают, играют на самокатах, прекрасно. Еще вот эта вот зелень здесь вот появилась, цветы посади. Конечно, хорошо. А что раньше было? Ходили, сидели, гуляли. Нам понравился, он чистый. Ни окурков, ни бумажек нету. Там идешь, там, например, там, гуляешь там, парами, либо просто отдыхаешь. Там. Нужны, чтобы посидеть для отдыха, например, для вечеров? Очень нужны такие места. Особенно для нас, для пожилых. Молодым-то некогда все, но они все равно выходные с детьми приходят. А я вот внучку вот сейчас провожала на тренировку. Думаю, иду, думаю, сейчас, наверное, посижу, отдохну, подышу воздухом. Чуть не забыла, сквер предназначен не только для того, чтобы гулять и сидеть на лавочках. Для тех, кто пришел сюда не на каблуках, а в кроссовках, предусмотрели спортивные тренажеры.